Мы где сейчас? Детройт. Мэгги, я тебя не слышу. Детройт. Детройт, я вас не слышу! Я с детства обожаю музыку. Она для меня все. И последняя песня на сегодня. Скажи мне кто-нибудь раньше, что я буду работать с самой Грейс Дэвис. Она суперзвезда. Как вы? Сама не видишь? Конечно, вижу. Все прекрасно. Ты думаешь, она реально даст тебе шанс стать ее продюсером? Да. Да эта дамочка даже фамилию твою не помнит. Помнит иногда. Маргарет! 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 Да? Мне нужно разобрать шкаф и избавиться от всего, что не вызывает радость. Ну как? Радостно. Черт, каждый раз до мурашек. Итак, Грейс, что решили насчет контракта в Вегасе? Вообще-то я решила записать новый альбом. Что ж, отличный план. И что я ей скажу? Я всего лишь ассистент, но с удовольствием стану вашим продюсером. Да, последний альбом Грейс Дэвис вышел больше 10 лет назад. Фанаты хотят что-то свеженькое. Давай я буду делать свою работу, а ты свою. Приноси ей кофе, салфетки, прокладки и все, что она попросит. За это мы тебе платим последние полгода. Тебе платят? Я думала, ты стажер. Моя жизнь, отстой! Не хотела вам с Джеком говорить. Я сделала новый микс. Эй, я вас слышу, между прочим. Вы же в курсе, что там микрофон? Я просто хотела попробовать. Да кем ты себя возомнила? Мисс Эллиот? Главное верить и не сдаваться. За всю историю музыки всего 5 женщин за 40 смогли возглавить чарт. И только одна была черной. Вы не можете сдаться! Всех более чем устраивает одно и то же шоу каждый вечер. Но я хочу большего. Я с вами. Это что, твоя тачка? Ага. Тебе надо попросить босса о надбавке. Ассистент звезды. Готов ли мой заказ? Я вам уже говорил, на авто не обслуживаем. Что ж, очень жаль, а могли бы. Боже мой, это Грейс Дэвис? Нет. В кино с 25 июня.